Всем привет, с вами Шуха, это рубрика Fit 5 смертей плюс байбек. В общем, суть такая, гость фидит на миду или же на своей роли 5 раз и в дальнейшем постарается выиграть игру. Цель показать, как можно выиграть катку с проигранным стартом, ну или по крайней мере постараться. А участником видео будет топовый игрок на Void Spirit Артем Кзактл. На мэне 9500 МР и он очень круто исполняет на сигне. Многие, думаю, уже видели видос с его участием в рубрике «Проверка на сигнатурку». В общем, залетайте на стрим и передавайте привет. Приятного просмотра. Ребята, нашли катку. Вот, сегодня с нами кто? Артём, топ-1 Void Spirit, Кзактл, Артём Кзактл, правильно? Да, да. Вот, записывали мы с ним проверку на сигнатурку, кто смотрел, там он на Void Spirit на 3 разах ретиках играл, на 3, 5К и на 8. Поскольку Void Spirit сейчас супер мощный, часто появляется, вот, мы сейчас Артём, так сказать, это не какая-то рубрика, это просто геймплей, да, вот мы будем играть. Чё, Void Spirit есть? Да, погнали, попрошу, прости. Конечно, ФП на мужика. Ну, по стартбаю, из моих наблюдений, я бы не брал топор, вот так скажу. Это, наверное, единственное, что необычное. Давай отгадаю. Это на статы, потому что универсальный герой, правильно? Конечно, конечно. У нас на втором уровне будет очень много урона с руки, мы будем перебивать любого мидера. То есть герой сейчас сильный, конечно, актуален. Да, да. Вот как раз хочу посмотреть в руках виртуоза, так сказать. Сколько тебе игр, кстати, на Void Spirit? Думаю, под 600 уже где-то. Угу. Ну, это ты, конечно... Задрот Void Spirit, но не такой, как вот ребята, у которых по 10 тысяч, да, там по 5 тысяч игр. Ну, да, у меня не так много игр, но я не думаю, что большое количество игр это показатель скилла. Потому что, ну, есть много людей, у которых очень много игр, у них просто рейтинг намного меньше и так далее. Не, ну это понятное дело. Я не знаю, мне кажется, на войде ни у кого нет даже больше 2000 игр, по-моему. Наверное. Не такой старый герой. Все сложно, сложно, сложно с этим спорить. Что по драфту? Ну, вроде драфт. Пока пофиг на всех, если честно. Достаточно вот этот тонкий, вот этот тонкий, вот этот тонкий. То есть легко отлетать будут от меня в целом. Мне главное, Артём, чтобы не было ребят, Артём не любит билд, который покупают все. То есть это сапля, дизоль и так далее. У него он играет через догон, ему, и он считает, что это более эффективно, правильно? Да, да. Я просто не вижу применения дальнейшее после сабли. Как по мне, на этом билд заканчивается. Вы берете саблю, вы можете ее разобрать, брать БКБ, брать Аганим, но куда деть Обливион? Мне кажется, он просто будет висеть. А если оставлять просто саблю, то, как по мне, догон просто более эффективный за свои деньги. И имеет возможность загрейдиться. Сабля, конечно, тоже имеет возможность загрейдиться, но, по-моему, гарпун на Вейда это тоже не лучший слот, который вы хотите взять. Можно просто не делать упор на физического Вейда, потому что можно брать просто гибрида, как и раньше брали, там, КС Энж, пускай будет сейчас догон и так далее. У вас все равно будет дэмэдж с руки. Он у вас не будет настолько однобоким и упор в этот физдэмэдж, но у вас будет более вариативный герой со смешанным уроном. Ребят, я нашел крутейший, а самое главное, чистый сайт Dragon Money. Тут множество классных и интересных игр. От рыцаря, который открывает двери в поисках золота, до всеми любимых крашей. Также из самых популярных есть Jackpot Game, Больше или Меньше и Лотерея. Я поиграл на всех режимах, и мне больше всего понравился рыцарь, который открывает двери. Суть простая, ты выбираешь количество драконов, в моем случае я выбираю одного. От этого зависит возрастание коэффициента с каждой дверью. Естественно, чем больше драконов, тем всегда выше коэффициент. Ну и ставим сумму 500 монет. Это все индивидуально. Каждый делает по-своему. Далее мы попадаем в игру, и наша задача выбрать дверь. Их тут 9 штук, но в одной из них сидит дракон. Главное не нарваться на него. Просто по чуйке выбираем двери, к примеру, ближайшие, потом чуть подальше. Ну и в таком духе. Мне многого не надо, дойду до коэффициента ближе к дому и вывожу выигрыш. Также на сайте имеется лайв-чат, где можно пообщаться с другими игроками. Куча положительных отзывов, я сам ставлю сайту лайк, так как тут реально есть все шансы на победу. Перейдя по ссылке, ты получишь халявные монеты, с помощью которых сможешь ознакомиться с игрой и выбрать для себя подходящий режим. Удачи! Мне кажется, что даже здесь сабля... Тут еще декрип есть, который можешь подсейвить, а тот догон можно в декрип еще швырнуть, это уже будет, да, прикольно. Да. Это было бы прям сильно. Тут в целом можно и через саблю поиграть. Я смотрю, в целом у них, ну, пик достаточно тонкий, удобный для Вейда. Меня очень сложно ловить их пиком. Да, сейчас просто я думаю, очень много подписчиков хотят научиться играть на Вейде, и поскольку он метовый, будут его пытаться тестить там и так далее. И чтобы они уже... увидели какой-то геймплей, посмотрели, как нужно правильно. Тем более, человек, который много игр и на нем постоянно играет. Я думаю, это будет интересно. Тут без каких-либо челленджей, ребят. Я имею в виду в плане, там, проклятый аккаунт, колесо фортуны, фора 5 смертей. У меня есть еще, знаешь, такая рубрика? Да, я видел. Вообще, можем сейчас фору сделать, хочешь?
Орой? Угу. Ну, блин, слушай. Как предложение? Ну давай с Ворой, ладно, раз это хочешь. А как она там делается? Я до конца всех нюансов не помню. Не, ну ты уверен? Ты должен 5 раз умереть до 10, еще и байбэкнуться. Угу. А потом уже только твоя игра начнется. Угу. Но звучит интересно. Поэтому... Ну это интересно, тем более здесь рейтинг невысокий. Может быть, показать ребятам, как камбэкать. Давай попробуем, давай. Ну давай, ладно. Видите, как внезапно переобулись. Ну просто, мне кажется, будет слишком скучно играть. Ну да, тут 3000 ММР. Вот. Да, так хотя бы мы... Ну смотри, какие правила тебе объяснять. Тебе просто нужно не убивать врага. Ты можешь фармить, но тебе нужно до 10 5 раз умереть. Еще и байбэк. До 10 надо 5 раз умереть и байнуться. Угу. Да, ты там можешь условно покупать какие-то вещи, там пропушить линию. Ну как сам решишь, я тебе не буду подсказывать, это нечестно. ВР-ка тоже универсал. Да, да, модная тоже. С Атосом будет играть, да, я так полагаю? Сейчас нет, Атос очень классный на универсалы. Потому что... Слушай, знаешь, что хорошо, если ты здесь будешь много донаить, даже если ты будешь умирать, то не так сильно хотя бы просядешь. Я ждал ФБ, чтобы сдохнуть, все, теперь можно. Не хотел бы ФБ ему отдать. Блин, а как он тебя убьет? У тебя 758 хп, это что? Он даже тебя не бьет. Он даже тебя не бьет. Еще и задонайл. Блин, сдохнуть будет очень сложно, честно. Искусство фида это тоже, как бы, искусство. Так... Ладно, давай так, чуть-чуть поотмороженнее играть. Убивать него нельзя, к сожалению, да? Да. Давай я даже так ты выиграл размен. Я не... Так, все, скупился, можно чуть-чуть глупо задайвить, погнали. Случайно атаку нажали подвижку. Ай-яй-яй. Так, сдохли грамотно, потому что пачка у него подвижка, его пачка не умрет, потому что есть вышка, и это все пойдет в меня, максимум один крип умрет, нормально. Ну, так и надо. Конечно, конечно. По скиллбилду тут, конечно... У меня свой скиллбилд, на самом деле, в миду, когда я сейчас сыграл на войде. Наиграл в а обычно патч. Что максит? Я так Макс полагаю... Макс третий. Третий в два, на четвертом 1-1-2, да, я так полагаю, примерно плюс-минус. Или один, или... 2-0-2. Я думаю, 2-0-2 сейчас чаще билд, потому что у тебя герой более сильным на линии стал. А я склонился к тому, что мне больше нравится играть вообще 4-0-2. Из-за того, что у тебя герой сильный. Ого. Опа! Флагман того убил, двух, правда, просрал, но это... На такое среагировать. Опять скупились. По ДТП еще. Блин, нельзя умирать. Пешком не хочется идти в мид обратно, честно. Да? Но до 10 надо 5 раз. 4 раза, да? Плюс байнус. Нет, 5. Mm-hmm. 5 раз плюс байнус. Как бы успеть? ТП бы уложиться. Возможно, я зря не умер пораньше. Просто понимаешь, в чем прикол еще? В том, что чем дальше ты заходишь, тем дольше ты возрождаешься. Дольше респаун, да? Это проблема. А еще тебе после 5 смерти нужно фармить на байбэк. Это, наверное, ну, по донаем у тебя все хорошо, поэтому по лейлу ты не отстаешь. Да, так, давай, дурачка. Придурочные мувы, так сказать. Подавить нужно, да? Пачку толкнуть. Да, пока крипов хочется, вот этого еще бы добить, было бы здорово прям. Дай добить, потом убивай, пожалуйста. Вот это вот все, можно я добью, а потом... Все, побежали в трон. Закрепал меня. Динай, понял. А чё он тебя не бьёт даже? Динай, понял, лох. Увернулись. Опять динай. И это вот. Ай-яй-яй. Мисс. Да ёп. Нормально. Так, 6-0, слушай. 6-0, мне нравится. На ВР-ке ты, конечно, больше не помогаешь. Так. Вот, кстати, я сейчас так подумал, возможно, все-таки вот в игре, где 6-0, не такой большой рейтинг. Возможно, я сейчас физовым буду играть. Потому что у физового... Мне помогать пришли. Не надо. Не надо, дай мне самому пофидить. Он, наверное, да. Думает, блин, он так хорошо микрится. Почему так? Но умирает, как и дело. Да. Ладно, даже при этом 5-й левел. Да, донаи все-таки работают. Нормально? Вот, ну, в целом, 87 героя, без топора.
То есть в целом достойный уран, правильно? Один можно схавать. А что не донает крипов, интересно? Ему... По кайф. А, нельзя же умирать. Ну хотя бы виндра... Убивать там... нельзя. Да. Убивать, умирать. Наоборот. Это интересно, помощь? Какой план у тебя будет камбэк? Вот, допустим, подписчик или кто-то из зрителей там нафидел 5 раз. Как... Опа, а убирать-то нельзя. Ща как размахнусь. Че так вот? Загранатели. Как он умер, вот при этом все мне интересно. А, вот так, наверное. Подожди, а где его шмотки? Стал в ломбард, походу, я не знаю. Так, третья смерть. Ну, за 6 минут 3 раза умер, нормально в целом. Это средний, да, тайминг, так сказать? Ну, я не знаю уже. Слушай, я давно эту рубрику не снимал. Ну, мы ее возрождаем. Так, ну, Пугна контролирует бот. Поставим сюда, он будет видеть руну. А, в топе. Можно шлагбаум поставить. Понятно. Промахнулся. По чуть-чуть дотянулись. Думал, дотянулись. Что... Ну смотри, у тебя сейчас ТПКД, можешь пешком повесить. Мне нравится, что у меня Данаев, как у него лос-хит. Ну примерно так, да. Кстати, заметил, что тишина? Да. А ну, может, у Мусты какой-то, я не знаю. Не, не тоже. Знаешь, почему тишина? Потому что в целом не только ты умер 3 раза, там еще все остальные сайды тоже проиграли. А, ну всех плохо. Ну вот сейчас как хорошо было бы пробить? Виндрана нет, ничего нет. Ну бы так. Древний антик, да? Сейчас да, можно да. пол лица разбить ему. Пульт нажимаю, чтобы не знаете. Не, нормально. И глиф нажимаю, чтобы ты не добил. Да, приоритет Адоная. Конечно. Оп. Развернись. Давай, он твой. Ну все равно. Так, надо еще раз, да? Так, ТП-шку дадут. Я на ТП-шках работаю. Ой, не дотянулся, блин. Давай, вот сдали нажму, как придурок атаку, чтобы меня вышка сразу била. Я перегрел типа. Ты от крипов не умрешь? Хорошо, не умер от крипов. Но если бы он умер от крипов, я бы удивился. Так, мне осталась одна смерть плюс бай, правильно? И вожду, да, потом разбираться. Что с тобой? Похоже, в голове пинг. Так, ладно. Но мы камбэкать будем через сабры, потому что нам все-таки физбилд нужен. Потому что я уже вижу, что тут выход в рапиру. Я больше планирую, ну, не собираюсь тут верно сидеть. Поэтому мне... А, первый последний бай. Смерть все закончится, да? Конечно. Ну смотри, сейчас ты смерть, бай после тэпки. И потом я больше не буду. Ты просто, блядь, в него как будто кидаешь. Не, ну этот чел, конечно, такой. Булочка сладкая на ВР-ке. Так, у меня... Проблемы на верхней линии. Вы что, там лайна, там и БХ слили? Проблемы какие-то присутствуют на верхней линии. Да, голосок уже открывает, сейчас после бая начнется. А, нельзя, да, еще покупать? Так, у меня осталось времени... Минута. Пока. И? Не, ему отдаться было бы... Я ману эконом. Даже я не могу, так сказать. Сделаем что-то, он все увидел. Он все увидел. Ребят, не подглядывайте, смотрите за свои игры, пожалуйста. Главное, чтобы после твоего байбека ребята АФК не встали. Ой, я их подбадриваю. Ребят, давай. Сейчас камбэкнем, все хорошо будет. Ай, в крипа дал. Ой. Че камбэкать, я не понимаю, Мирана куда стрелы кидает. Так, все, погнали. Опа. О, три уже. Многовато тут вас что-то. Подавить? А вангард? Ты, конечно, меня за дурачка-то не держи. Нет. Help me! Да, было бы неплохо, Опа. Если бы мне кто-нибудь помог, это правда. Камбэчная подъезжает. Блин, вот реген, это было бы неплохо мне забрать. Не балуйся. Делать. Смелый, какой смелый. А, из интересного, так сказать, рубрика. На универсалах классные статы, на яблоке порезали, а пикпул не порезали. Которые да, нафиг. Да, и она по 6 по всему дает. Перестань меня тречить. Да я тут... Не, я все-таки еще разок, да-да-да, надо будет разминочным, так сказать, дать им. Сложно, сложно. Вот он, пикпол, погнали. Так. Ничего, ну все, камбэк.
Хорошо сыграно, уже типа. Так, что у меня по команде? У меня есть Void, у меня нет Void. У меня есть оффлейнер. Ну, ВГ на 5 обычно покупают. В целом неплохо. Так, ну, мидер тоже у них будет такой себе. Да, в целом. Да и у нас тоже не сильно лучше. Так, ну, я про тебя. Я про тебя и говорю. А, да? Да. Ну, в целом сходится. Подходит. Так, это... Кого убиваем? Мы никого, мы еще курим в таверне. У нас долго еще. Зачем ты стрелу максишь? Она ненужная просто. Знаешь, почему он максит стрелу? Потому что Бокси максил стрелу на мажоре. А, да? На Миране. Ну, почему все еще? Сходится. Вот умирает в соло. Я в соло умираю, прикинь. Ой. А, это другой войд. Не, тогда не ладно. Тогда можно. Не знаю, блядь. Не выиграю. Можно мне ДД руну? Так у тебя... А мой друг подойдет? Не, ну все как-то... ВР макшеный? Не понял? Ну вот. Так надо, ребят, извините, без негатива. Вы молодцы. Конечно, стрик сорвать. Помогли. Я не понял, клип стал? Нет, там правильно, там, да, я немного не довел, то есть. А вот мой корм бегает, 4. Вот это мой корм. Чё я не бегаю за ним на мой? Дружище. Не знаю, вот с этим, с родным. Вопросов нет. Пойду в другое место. Под треком? Да, по трекам. У него весло еще есть, если что, двоем помимо вангварда. Так, перегайте. Тихо, ребят. Нифига ты этого кинул далеко. Духа, думаю, че. Да. Я думал, он поближе находится, если что. Не, так дела не делаются. Вы хотя бы шанс дайте. Ну, надо на сайдах, я не знаю, играть или че. Пуш не оценит тебя, ты понимаешь, да? Тут вот проблема не в... Тут проблема не в сайдах, мне кажется. Тут проблема в том, что видишь вот этого, который байбекается, дави на больную. И за мной просто бегает. А, думаешь, такое, да, у них? Ну, вот ты видел, когда я байбекался, что произошло? Да, его сразу побежали. Вот этого бей, он ментали вик. Блядь, раньше бы помогли бы, просто быстрее бы паджа убили, блядь. Яйца ну не, брат. Блядь. Я просто его продавал, чтобы экспузл дать на двоих, а не на троих. Так, что ж, как же хочется ДД, да? Ну что-нибудь нужно, да. Я, кстати, нужно, заметил, да, что в прошлом видосе, когда мы с тобой записывали, я 3 раза нашел ДД ранее на войде. А, да? Да. Да я тоже неплохо слушаю. Че, я так понимаю, ну, телепорт от Пуджа куда надо был уже произведен, правильно? Ну, ВР-ка мидос бы, ха. Пудж, не знаю. Ну, ТП есть, можно топит будет давить, можно будет киллитинг подсосать. Эй, на боте, точнее. Ну, да, да. Блин, капец он большой. Я что, на большом рейтинге играю? Это откуда у тебя такие деньги? Ладно, я пойдем патч. Поищем что-то на свое. Сабля летит. Да, ну, Урсу не убить. Сабля, дозволь. Урсу убить с ребятами. Соло не убить. Но я скорее не за Урсу иду. Я скорее за тем, кто рядом вокруг Урсу сидит. Вот за таким, да? Угу. Опа. Он не кидает бласт. Блин, вот наверху классники. Стык упрем, можно. А его сами убьют. Ну да, вот. Кстати, вот, неплохо здорово скомбинили. А обычно видишь доктора Палса нажимать прямо в хроносферу. Да. Так, кто не знал, палка видишь доктора в хрону не пашет. То есть если внутрь нажать. Бедный. Короче, чувачок. Только появился и опять умер. Да, это руна комбайн. Ну, тут мы верим. Тут что... кого-то сейчас будем убивать. Ну там оп стоит, да, на боте, я так полагаю. Тебя видели. А, и в меду тоже. Может, ты уйдешь с лайна Мирана, пойдешь по роумишь где-нибудь. Дашь мне левел получить. Саблю заряжать можно, знаешь? И эту как? Делаешь тычку, она уходит в откат. 16-я минута, брат. Потом будет 2 быстрые тычки. Я покажу, короче, процесс. Ладно, я есть проблема. 16-я минута, бля, держу в курсе, на. Да просто с лайна не уходит, не делает, бля. Не, ну это не Ну, но Рэмонт бы не попал, убили бы, убили. Да, если попал, убили бы. Я вот не знаю, ты или пьяный, или пьяный, или ты просто хуй. Загадка. Не могу найти на нее ответ. А вот спирит. Давай, так, так, ага. Можешь с отгадкой? Загадка Жака Фреск. А это тут? Это потратил, блин. Надо. Пощады. Ты до трона? Это... А чё с ним?
Это же старый шакал. Реально. Но, походу, вот устал от жизни. В начале видоса обосрали весь билд. Ну, пожалуйста. Там, блядь, ну, в миду мидера носил. Стрела летит, как охуенно просто, блядь. Гоу купол, покупай тотемчик. Бедногов был? Я не понял, что это. Охуенно стрела летит, я лохой просто. Даже рядом не было. Пойдем. Ребята, ну... Ха, можно. Сторонние линии тоже есть. А вот убить, чё он на трюку заходит? Купол под тотемчик, давай, поехали. Ну, виндран есть, он может... А, там опс поставили, да? Пойдем. Пойдем. Купол под тотемчик, блядь! Ну, эта команда тащит, я тут ничего не делаю, просто. ВР хукнули. Его никак. Не зря я давал. Ты еще давай ремонт-то? Не, я дал первый надо, чтобы меня послушали. Я ну, вот, это ремонт называется первый. Да, ремонт. Такой, можно? Сука, я еще не поднимаюсь, я уже слышу и понимаю, сейчас она прилетит. Как было слышно хук, когда мы его даже не видели? Странно, да? Так это... А что же сделали, по-моему? А, да? Ну, это очень странно. Да, сделали как у Primal Bestopper. Ну, если так, то это жестко. Не, вначале... А знаете, почему они так делали? На самом деле это логично, хук-то быстрее теперь летит. Это правда. Они же ускорили скорость его полета. Так, что там у нас? Яблоко есть? Что там по руне, как думаешь? Яблоко зарезано. Для ДО пойдет еще раз? Будет, увидим. А руна цикличника. Я до конца не помню. Но... А, по очереди, да, пока все не выпадут. Вот я точно не помню, работает ли это только на первые. На первой руне. Первый цикл. Или всегда. Но по-моему... Но я думаю, я... всю игру так будет. Тогда это слишком читаемо. По-моему, не. По-моему, какой-то... О, не все. Я, короче, видел... Ну, короче, в комментариях эксперты напишут, там какой-то замес. Да. А в средней игре тайминг сабли дизоли? 18 опять? 16-17 было бы хорошо, мне кажется. Не, ну вот... Ой, дабл дэмэдж оставили. А, говорят, забирай экзакт, пока бэкаешь. Мимо проходит, блядь. Я трогать не буду. Мимо не трогал. Слушай, сколько раз этот чувачок просто пошел на Бристлбеке и опять умер туда же, в одну точку. Это правда. Задер у него. Нормально. Так, ну, такой сложный. Камбушка. Ну все, на мне трек, хук, шмэк, трек. Все, сейчас полетит. Так, плюс 2 дэмэджа есть, поехали. Слушай, ну пока ДД сыграть есть. Как сумасшедший, блин, или сыграть... Что? Чего? Силир? Как тебе такое? Ну и что, чтобы ха в команде есть? Бристлбека же надо убивать как-то. Выглядит так, как будто убивать будут меня, а не... Как тебе пассивки? Нет руки снимать. Там он просто подойдет, знаешь. Блин, вот реально сложно придумать слот, который прям хорошо зайдет. А чем это хорошо, чем что оно здесь много чего снять можно. И декрип там. Декрип, да, я не знаю. Дорого стоит, не хочу брать. Это слишком плохой слот. Но это, в то же время есть шмот какой-нибудь нулик, который и против урса имбовый. Потому что он все кнопки с него сбрасывает. Блин, нулик и очень хороший. Декрипа. И против ВР-ки. Да, и против ВР-ки. То есть нулик здесь прям... Но сейва не будет, да? Вообще придется... Ну... Вообще, по ощущениям, вот это много даст за свои деньги пока что. Я вот думаю, беру брать. Ну-ка, Падж здесь? Есть, родной на месте. А чё они за мной идут? Я хочу соло-килл сделать, левел набрать. Идут, помощники. Ох, ёпка. Они не знают про существование. Реально. Ну, сырок нашел, чё. Кстати, а ты в курсе то, что когда ты берешь эту штучку... Собирал уже, если ты про апнутый сыр. Не-не-не-не. Про то, что тебя на карте видно, когда ты юзаешь фонтан. Ой, не берется сколько. Ну как, кстати, он 200 потратил... 200. Потратил кнопки. Вот по ощущениям... Все мало-мало-мало. Ну смотри сам, что собирать. Все зависит от тебя, скажем так. Ну, такое комбо не берется, ребят. А? Второй! А что мне дали? Я что-то сходил и не смог... А, не-не-а. Подожди. Я понял, почему ты умер. С него ударили, да? Не, что-то случилось такое, что ты не смог второй нажать. Может, палка по плите ударила? Не, микростан от... А БКБ? По-моему, БХБ. Не Катя, да? Все равно тебе пуч может ставить. А на терзателя на наш. Меня на и пиджак будет жрать.
Урса будет башить, потому что у него уже летит баш. ХХ может застанить этот инвиз. ХХ станет инвиз, потому что не было, мне кажется. Почему ты не можешь драться по КД купола? Просто поставь двоих на троих. Блин, дохлый чел, очень легкий пил, по ощущениям. Он тут перепутал патч, по-моему, слушай. Да, возможно... Кстати, могу выжить? Нахуй на историю нажмал вот. Хрон с Хиро будет? Ладно, рискнем. За что? Да нормально, нормально. Ура! Да, он что кнопки не нажимает? Не, в кадре. Пожалуйста, смотрите, что есть вижу. То, что есть баша, в это я не сомневался. Ну ладно, не. Ты дурак? Ну, стоп, блин, килы забирают. Это провал хода. Попадет, то попадет. Так, неплохо. Соло килл. Так, ладно, купишь ты, допустим, Дейдалус. Молимся на два крита туда-обратно по ВР-ке, соло килл. Вообще, рефреш, Дейдалус, рапира, вот это вот аганим. Один раз стоит его убить. Сразу игра... Вот его... А нет, раз. Какой кримсон? Тебя видит? Откуда у тебя деньги? Откуда у тебя деньги? Блин, из-за того, что у тебя вот доп защита от третьего, мне показалось, что БХ еще рядом стоит. Ой, лол, его убить, да, можно, кстати? Убивать его надо. Не бойся, убить. Молю. Есть, вижу. Ааа, сколько? 1100 голды. Дейдалус на месте. Уверенно. На топе клиент еще. Блин, как хочется. Нет, стой, пожалуйста. Че хотел ты? Ура. Все. Теперь я доволен всего. Так, гипотетически я могу. Это что такое? Я же говорю, клиент на топе. Клиент нереальный, но вот это поинтереснее клиент. Я так понимаю, рассчитывает... Стрелы не стоит. Чуть-чуть не успел. Ну ладно. Что, у тебя юл есть? А, ну, почти юл. Что делает? Не. Это ерунду. Я просто иду, чтобы он его не ебнул. Привет. Ой, я не понял, с чего крит выпал, с ульты или стычки. Но он явно был с чего-то. Так, мистер Бля. Бежит, да стыда. Неужели здесь все время вард стоит? Я не влюблюсь. Не, надо похилиться. Сыр тратить не хочется. Блин, что купить, чтобы не сдохнуть от урса за залп? Айон диск? Вот так, не хочу так умирать. Линка, но она такое себе, он все равно тебя убьет. Это хотя он тебя проблема. Не убьет, мне кажется, за этот... Ладно, не знаю, насчет это, возможно, тупой слот, но хотя бы теории может сыграть. Ну да. Я все-таки гипотетически представляю ситуацию, при которой я потом в лейте смогу хотя бы... Слушай, а не выгодно сыр держать вместо стика? Рун Д4. Да, я просто рунушки. Блин, знаешь, почему Дейдалус не люблю новый этап покупать? Даже вот физбилды, потому что он покрывает план. Рошан. Здесь кто-то. Курьер туда шел. Они в Рошане? Они же в Рошане. На боте она где-то, они вот здесь. Ребята, они в Рошане. Рошана может, они бьют. Ну, я сказал вам за 30 секунд, что там Рошан. Надеюсь, вот этот торг... Опа. Да все, все, откисни. Главное, что я под Арканруном все это сделал. Можно почилить немножко. Он еще и выжил. Конечно, выжил, это ж. О, хороший. Продлить? Я не зря. Выпить Аегу. Почему? Потому что надо было час продлить. Да не, он бы ульту нажал. Да? Не, ну то, как он прыгает, дай ударить. Сложно поймать. Ну, он не ожидал. Палка, прыгуна. Конечно, сильно мозги крутит. Так. Аркейн руной, сюда, жирный. Что-то с ремнантами совсем. Слушай, у тебя с ремнантами проблемы какие-то, я заметил. Я как-то... Знаешь почему, вот честно? У меня очень обычно хорошо получается нажимать ремнанты, но есть проблема. Их не прочитать. Эти движения, ну, никогда не читаются на таких рейтингах. На рэмпу еще пойдешь на варде? Куда не нажимай. Офиг, ты по трекам. Не пойдешь. Но я могу сюда... И он убежал. Не, я же тебе сказал, где он. Где он же на варде был сверху в лесу. А, вот тут вообще? Не-не, вот вард рядом с вами. Вот тут? Да, вот здесь. Так, из хорошего у меня есть нулик. Из плохого у меня есть Дейдалус под 25 талант, который покрывает. Так, почему ты не любишь Дейдалус, таки не понял? Ну, у тебя талант на крит, видишь, 160. Угу. Если не прокает Дейдалус, то прокает этот.
А если прокает, то тот не может прокнуть? Нет, прокает только наивысший. Так, что там, паладин, титан сливер? Ну, выглядит как... Или Ника. Ну, вообще, титан сливер, да, кого-то бы неплохо здесь? Не, хочу вот так, может быть, сыграет свою роль. Мне кажется, знаешь, почему не титан сливер? Вот, ну, дадут кнопку, все равно сдох. Вряд ли вот эти вот проценты, ну, слушай, сопротивления. Он дают. Он тебе дэмэдж забустит, там плюс универсал, у тебя много белого урона. Да, но мне кажется, я тут вот чуть-чуть пожить больше хочу. Да ты задолбал, чё ты всю мою команду убиваешь? Какая вот эта дурачка, ну, как бы туда-сюда вот... получится убить? Угу. Нет, туда-сюда нет. Ты поднамёрся? Нет. Здесь, если подниматься будет скан, если отсюда будет подниматься реминент. Да не, они вообще сюда не будут подниматься. Ну они пятером бегают, да? Вот ни одного не поймаешь по одному их уже. Не, ну Пугну наиграл свою в соло уже, мне кажется, там. То есть если она умрет за две кнопки туда-обратно, то ты затахнул. Перестань. Да что он делает? Он стрелу ставил. А, он байтит, он их байтит. Это я откуда увернулся, да? Он меня пытался поспорить. А что, молодец, случайность. Ой, спирит по мне урону. Нефиг одеваться без стату на универсала. Вот купил себе какую-то фигню. Пустой какой-то чел. Хочешь что-то сделать, сам делай. Не работает. Так, ну вообще в целом впятером попробовать. Ну не знаю, заколется ли с ними это все. Мне кажется, тут работает так, что если мы сделаем какой-то пиков или кого-то из них сможем убить, то мы выиграем его. Если нет... Не понял. Спустись. Тихо. Ну боже. Я друга ебу. Друга ебу. Ты в курсе? Так, друга уже привели в чувство. Так, за нулик дурачка. На. Куда ты с фортиком, дружище? Куда? Не, ну нулик это имба. Нулик супер хорош. Опа, а вот ничего, и варды. Неочевидные варды вот эти вот, профессиональные. Реально играешь как на лезвие всю игру, потому что просто за Шейкл сдох, за Абис сдох, за что, все что угодно сдох. Не, ну вдруг команда типа какой-нибудь форси кинет. Повис на лицо. Ну у нас его, наверное, в целом нет этого повая. Конечно. У них Аркан и Лотос. Аркан и Аганин, там вот это. Не, ну Лотос нормально, хотя бы треки будут себя снимать, хоть что-то. Он для себя себе купил, конечно же. Может быть, я там тоже где-то окажусь рядом. Качаться на Миране. Как много фарма. Вперед. Не-не, ну а тут такое пускать нельзя. Лучше, конечно, вот полетел, или я полетел. Не, на войде лучше сейчас подставиться по Т1, сдохнет. Ну, сейчас, да. Конечно, урса, ну, нет, они его не смогут убить. Или убьют его все-таки. Че, хватит дамаджа на войда? О, если он ее убьет, это будет замечательно. Замечательно. Это хоть что-то для него. Нормальная сумма, да? Угу. А что дальше? Аганим какой-нибудь, я не знаю. Не, мне кажется, надо. Или рефреш мужской. Блин. Что, Pantage Sword? Ninja Gear? Мне кажется, вот это точно моя тема в этой игре. Имея смог на себе, я могу гарантировать то, что меня не будет видно, пока я не увижу. Поэтому это то, что мне нужно. Я вот говорю, я могу умереть всегда. Я вот когда даже это говорил, я думаю, получается, мне нельзя идти вперед. А вперед никто не пойдет, если я не пойду. Поэтому, короче, нужны тревела. И в идеале кому-то гем сбагрить. Но тут это вообще так не работает. Нет, никому не сбагришь. Никому не сбагрить гем. Нужен момент, когда нужен будет вижен, его не будет просто. Да. Ты видишь его? Нифига, у него саппорт скивает. Жив. Купол. О, опа, дохлый клиентик. Дохлый. Засканили вас на рошпите. Как тебе такое? Напугало? Вот мне не нравится то, что вот... Ну... А, друга кого убили, умер. Да? И это не я. Решил захватить, это очень важно в данный момент, правильно? Не, захват был своевременно. Опа, хекс. Вот это тоже своевременно. Нормально, нормально. Дэмэджа по нам нет. Стой, пес. Астрал. Просто взорвали, офигеть. Ты куда собрался? К сожалению, может себе позволить. Ладно, гоу играть, как сумасшедший, как обычно. Без байбека, без всего. Привет. Ну, на хекс развели. О. Чего? 0.6 буст. Ну, это, если я правильно понял... Горшан, ребят, Рошан. Просто давите вправо и Горшан. А чё он... Типа тихий буст. Типа чел сначала по фиде. А, типа ты специально
Поумирал, чтоб потом да, бустить. Да, как лошок вздыхал, потом что-то там поделал. Буст. Слушай, тебя убить как будто бы нереально. Я не знаю, все кнопки тебе надо нажать. Не, меня очень легко убить. Если ну, я не пойму, ты всегда в кого надо стоишь. Нажать. Это вот надо, это. Забирай. Мне не надо. Опа, это. Вот это наш клиент. Запрет денег. Тебе обязательно нужен индис, когда я нулифарь кидаю в каждого второго. Это кто сейчас был здесь? Никого. Тебе показался. Кто там мелькнул на секунду? Угу. Ой, я обратно в смоках. Это лучшая шводка, которая могла мне выпить, пишу тут. Блин, быстрые пальчики. Жаль, нет какого-нибудь таланта на длину степа. Ладно. Следующий. Блин, вот честно скажу. Он в эрке, наверное, говорил, ребят, вводит какую-то страну, он меня не убивает специально. Вначале ты же замачивался, останавливал тычку. Вообще, что случилось? Не надо. Это что такое? Он хочет урсойца убить, да? А то... Не, урса нет даггера. Ставим и гарпуном тянем, и теперь я не промахнусь. Почувствую, когда урс один удар. Обидно, да? Да, то чувство, когда на урсе нулик, и он не может оверпауэр нажать. Да, да. А это что? А это что за клиент? Дохлый опять. Блин, вот честно скажу, вот этот физический войд, ну, на нем как-то скучно играть, даже если у вас пойдет, но мне кажется, в большинстве случаев вы будете бегать балластом, если у вас не будет хорошего старта. Сейчас эта игра не в счет, тут неважно. Просто он теряется как-то по игре, сложно что-то делать с этой саблей. Вариативность догона и дэмэджа намного больше, чем эта сабля. Но есть даблхит и есть, а толку? Как-то вот, ну... В играх как будто Void не бьет, вам не кажется? Мне кажется. Так. Я бы задал этот вопрос всем, кто собирается саблю, честно. Вам не кажется, что Void, ну, не может стоять и бить? Это, знаешь, это больше похоже на... Тебе так кажется, походу. Ну, вот физический пак, вот знаешь, мне кажется, это вот из этой серии. Знаешь, вот пак, который с брошкой там может стоять и бить в замесе. Пак бьет в замесе. Вот для меня примерно такой же с Войдом. Ну, Войд, который стоит, бьет в замесе, ну, не, скорее ну, пак, его просто слушай, ебнут. Пак с, мой, с этим, как его, с Вичблейдом вначале бьет-то? Он, да, но он скорее вначале. Тычку дает. А знаешь, типа, да. Вот это представь, если на пака старого, который вот просто Вичблейд, КСН, Шахтарин, вот это вот все... Бахнули бы брошку или Дейдаус. Хотя многие бы купали брошку, я тоже не понял зачем. Ну, брошка, ну, бьет. Почитай комментарий, кто-то пишет, хочу на экзамен. Патч такой говорит. Ну, репортик на сморфинг полетел. Да за что? Не, репортик. Тиммейты тоже не такие, вот, знаешь. Да, посмотрим десятую минуту, вот учитывая, что ты пять раз нафидел, вот, сколько вот. У тебя был нетворс. А, ну, не сильно отстал, слушай. Ну, я старался... Когда у тебя 40 денаев или сколько там было? 41 тут как бы сложно, знаешь. Я пытался балансировать так, чтобы... Я, короче, хотел фидить, но чтобы у меня была небольшая разница с врагом в миду. Чтобы у нас не было такого, что у него... А по факту, вот смотри на его нетворс. Да. Всего лишь одинаковый. Вот тут тоже. Ну ладно. Чувачок, по-моему, только тренится на верхе играть. Ну что могу сказать? Слушай, такая веселая катка получилась. Конечно, мага мы не увидели через догон, но в любом случае еще есть шанс, мы с собой что-то снимем. Ребят, напишите, куда еще позвать Артема, может там, например, батл кап замутить. Да, я был бы там рад. Там как раз разные вариации будут, там покажу, три игры. Покажу, да, ну, нормального, так сказать. О, Вайда не курильщика, я все-таки этого воспринимаю как курильщика. Покажи винрейт здесь на Вайде, ну-ка срочно. Тут очень уверенный винрейт. Я так понимаю, это неудачные попытки, да, после, как там, 0.5 и байбек? Не знаю, что это. Мне знаешь, вот что на самом деле сильно подруинило, мне кажется, в этой игре? Вот момент, когда я думаю, ну все, теперь я больше не умираю, и хук в лицо прилетает сразу. Да. Вот это сильно ударило. А, не, ну нормально. Я же сколько сидел в таверне? 50 секунд, да, я сидел? Да, после это боя вот отлетел, очень долго сидел. Просто курим. А в это время, цены на Урсу, как вообще ты проиграл? Ну, так вот, ну понятно, дерьмовый. Что он типа не понимает, как ему. Не, ну билд дерьмо, просто Dagger, Abyssal, дефолтный там БКБшку. Ну да, ну это вот, знаешь, когда человек просто даже вот. Это же он пишет, вот это. Ты видишь? Да. Это же все он пишет. Он же, ну, ты выбрал законтрить одного героя вместо четверых. И что-то пишет. Да, Bristol Back ничего не делает уже, ну я не знаю. Да, он бегает, пшикает. Ну все. У человека дэмэджа 21 тысяча. Вот по дэмэджу, если посмотреть, видишь, 60 тысяч. Я нанес, ну, прям очень много.
Ты нанес больше, чем все тимы, по-моему. Я, знаешь, вот что не понимаю вот на этих рейтингах, там на 3, на 4 тысячи. Вот когда что-то в игре происходит, они как будто вообще не умеют адаптироваться. То есть бегает Void Spirit, всех вас убивает. Кого убить надо? Они дадут Мирану, там, Бристлбека 30-й раз какого-то. А любого, кто подставляется, не убивает. Просто вот, кого да, увидели, да, у них, поехали. Знаешь, как вот тупо красная, вот как вот, для БК. Да, тряпочка. Угу. Ну чё? Ребят, залетайте на стримчик к Артему, он стримит. Да, да. По КД. Вот. Теперь буду, а то я паузу большую брал. Сейчас вот, и вернусь. Напишите, куда еще позвать. Но Battle Cup, я думаю, можно снять, будет интересно. Показать там разных вайдов. По-любому, где в какой-то игре отлетит в бан, что-нибудь другое еще покажешь. Да, там как раз про Бэтрайдер рассказывал, что он нереальный. Посмотрим. Бэтик вообще бомба. Бэтик очень сильный персонаж сейчас. Советую попробовать, ребят. Если кто-то вот хочет на миду поапаться, могу дать вот совет 3-4 героев. Смотрите, это Бэтик, Пангольер, Войд и Спирит по кайфу. Я все-таки склоняюсь больше в сторону Шторма, чем Эмбера, потому что Эмбер более командозависим. Меньше соло-плеев будете делать. Если у вас рейтинг до 6 тысяч, думаю, Шторм более удобен. Шторм такой, он очень хороший герой, да. Да, согласен. Он прям... На исполнение, знаешь, вот учишься, играешь. Если хорошо сыграл, скорее всего, ну или победишь, или очень много сделал. То есть в любом случае импакт и профит будет для тебя, как для игрока. Поэтому вот лучше вот выберите и старайтесь на этих героях играть, ребят.